Друзья, в прошлом видео мы сделали спиннер, светящийся в темноте, но нам показалось, хотя скорее всего не только нам, но и вам тоже, что он не очень быстро и недолго крутится. И мы решили этот спиннер немножко доработать. Вытаскиваем подшипник, снимаем с одной и с другой стороны пластмассовые кольца, немного почистим щеткой и ставим подшипник на место уже без колец. Посмотрите, спиннер теперь крутится в несколько раз быстрее и дольше. Ссылку на видео, как сделать светящийся спиннер, вы найдете в описании к этому ролику. А сегодня мы предлагаем сделать вот такую игрушку всего за несколько минут. Берем 4 подшипника. На том, который будет в центре, ставим 3 точки на одинаковом расстоянии друг от друга. На эти места наносим суперклей и склеиваем наш будущий спиннер. На каждый подшипник в места склеивания с двух сторон нанесем немного горячего клея. Замеряем толщину нашего подшипника и вырезаем полоску из кожи такой же ширины. Наносим полиуретановый клей на подшипники и на полоску из кожи, приклеивая ее к спиннеру. Вот такой необычный и приятный на ощупь спиннер у нас получился. А теперь, если у вас есть желание, добавим немного декора. Приклеим к спиннеру с двух сторон большие разноцветные пайетки. По-моему, получилось довольно необычно. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта идея, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!